Это ваша форма. Новички, соберитесь в комнате ожидания номер 2. Наше выступление с новой песней отменили. Что? Что? Только что появилась статья о том, что оригинальный певец новой песни был арестован за вождение в нетрезвом виде. Мы не можем исполнять эту песню. Это было решение команды планирования. Мы так много тренировались. Но ничего не поделаешь. А что с нашей формой? Вам придется одеться, как остальным. Мы выступим с новой песней. Это второй вариант новой песни. Мы добавим к ней слова на основе прошлого варианта. Спасибо. Они даже сделали новую аранжировку к песне. Но они недостаточно хороши, чтобы выйти на сцену. Это нелепо. Они готовились всего один день. Как мы можем показать это на сцене? Они отвечают за большую часть движений и слов новой песни, которую мы подготовили. Думаешь, новички смогут выступить? А зачем это? Для новой песни. Вы будете выступать. Что? Что? Я выпускаю вас всех на сцену, потому что верю в вас.